Здравия желаю. Значит, что у нас? Была проблема, в тех роликах я показывал, проблема, значит, зарядка-то идет у нас. Вот заряжаются ионисторы, вот они, от этого выпрямителя, на 50 ватт. И видите, счетчик не крутит, стоит, а зарядка идет. Но тут проблема была в чем? То, что у меня маленькая мощность, как вы видели, если ролики кто смотрел, максимально 19 ватт. И вот сейчас я, значит, что придумал? Это усилить этот выход. Вот смотрите, что. Значит, тут мотор вот этот приспособил на 550 ватт выходной. А к нему это магниты. Вот мерил, вот у меня прибор. Все мерил, значит. Он, значит, так, этот магнитный. Потребляет 60 ватт максимум. Вот. Максимум. А этот выдает 550. Вот. Но при запуске этот магнит, ему надо, чтобы его запустить, в течение секунды ему надо где-то 180 ватт. То есть в 3 раза больше, тогда он запускается только. Вот так он сделан. Значит, у меня что, получается, здесь я заряжаю, вот через это, бесплатно. Как видите, вот счетчик стоит. Бесплатно заряжаю. Но у меня немного тока. А потом пускаю вот сюда его. Вот, смотрите. Пускаю. Видите? Этот 50-ник крутит 55. Значит, на выходе у меня тут 46 вольт. Вот, запускал, значит, при 9 вольтах. И было где-то около 5 ампер. Ну, то есть 40-45 ватт берет. 40-45 ватт. А выход 110 ватт. То есть мы видим, что овчинка стоит выделки. То есть 110 вот. 110. Разделим на 45. 2,44 раза, то есть мы можем усилить вот этот сигнал, который мы получаем. То есть этот ток, мощность, усилить в 2,5 раза. То есть вместо, допустим, сейчас у меня максимально 19, перемножаем на 2,44. То есть почти 50 ватт. Если получим. А 50 ватт это уже можно спокойно вот заряжать эту батарейку, она ей надо 50 ватт, большую, и уже пользоваться уже больше, как говорится, увеличение сразу в 2,44 раза. То есть будем вот это запускать. Сейчас я пока здесь, значит, все пробую, замеры идут. Завтра, послезавтра, еще пройду замеры, завтра, послезавтра уже запущу готовое, посмотрим, что она даст.